왜 이렇게 슬픈 음악 하고 있어요? 나무 먹고 싶어요. 예? 뭐 먹고 싶어? 나무. 나물? 응. 왜 갑자기 나물? 야, 나물 어디 있었어? 시장? 시장에서 팔아? 갔다 오자, 시장. 시장 가자. 나물 사자. 울지 말고! Вот мы находимся на крепости Хвасон, что в городе Сувон, в нашем городе. Древняя крепость, построена в 18 веке еще. И здесь есть рынок. Пойдем. Чтобы ее всю обойти, понадобится целый день. Она опоясывает весь старый Сувон город. И она находится под охраной ЮНЕСКО. Вот такая у нас весна, да? Помгате, Нальщига. Вот отсюда видно практически весь Сувон. Ну, не весь, это, конечно, одна его маленькая часть. Город очень огромный. Это столица Кёнгидо, Сувон. И несмотря на то, что Сувон находится очень близко к Сеулу, всего в 30 километров от Сеула, он больше как пригород идет, так как даже сеульское метро сюда к нам ходит. Но, тем не менее, это большой самостоятельный город со своей древней историей. Вот. Давай поднимемся туда, София. Можно сюда подняться. Она такая крепостная стена здесь. Она 5-6 метров где-то идет. Очень большая и очень внушительная. Вот стена, видите, там уходит в гору. И многие говорят, что эта стена напоминает Великую Китайскую стену. По такому же типу строилась. 여기 이거 안에 이렇게 구멍이 뚫렸잖아. 응. 근데 내가 여기다 물려고 동전을 넣은 거야. 응. 그래서 옷 안에 여기에 지금 돈이 있다. По всему периметру стены стоят вот такие вот наблюдательные пункты. 근데 да. 이 вот так это все выглядит. Отсюда стреляли ружьями, прятались тут. История, прикоснуться к истории. Много что было реставрировано, конечно. В Корейскую войну все это было уничтожено практически. И потом восстановлено. Как и все практически в Корее. Очень мало чего осталось неразрушенным и нереставрированным. И вот мы сейчас спустимся, и там начинается рынок. Да? Да. Спускайся, тетя, быстро. Берё. Такие каменные здесь лестницы. Тут протекает также ручей. И, кстати, вот эти южные ворота, здесь издревле этот рынок находится, торговые площади вот эти. Так что рынок здесь древний. Вот такой мостик через ручей. Сейчас я всё покажу. Ой. Здесь очень красивая подсветка ночью. Эффектно. О, ручей застыл даже, ничего себе. Паба, орымия, сопя. Оросо. Уа! Чон. О, деба. Уа. Девагида. О. Девагида. Орымида. Вот, видите, какая крепостька. Ну, это все видно уже, что, конечно, уже новенькое, украшенное. Но, тем не менее... Как-то так оно и выглядело раньше, в 18 веке. Так, куда пошла, тетенька? Пойдем. Рынок там. А, начинается рынок. Орущие дедушки, бабушки. Тут вот гадания.
Да? Луна. А. Гадают. Бабульки сидят со всякими на муль. То, что Софья хотела на муль. Здесь вот при входе уже продают. При входе на рынок. А, на муре. Шуреги готовы, да? Шуреги машучи. Шуреги. Шуреги, а не го. О, прям лучок вот так на дорожке лежит. Внутрь не пойдем. Это вот национальное корейское печенье. Традиционное. О, иго когума, а не когума? Мадзо. Когумаджи. Иго ольмаэйо? Когума? 5,000원. 5,000원이야? 네, 고구마 말랭이. 고구마 말랭이. 두 개 살까? 너무 싸다. 시골에서 온 거예요. 어, 네. 네. 맛있어요. Это вяленый батат. 양은 많은데 어쩔 수 없어요. 안 하니까. 네. 네, 잠시만 기다리세요. 네. 네. На рынке можно также рассчитываться карточкой без проблем. 어디서 왔어? 저는 한국에서 태어났어요. 아, 근데 너 몇 살이니? 14살? 너무 작아. 너보다 키가 작은데 그러면? 너 많이 먹어야 되겠다. 아 진짜 졸업 들어가기 전에 키 커야 돼. 키 커야 되는데? 아이고, 어, 엄마 봐봐. 양말도 안 신었어, 양말. 엄마, 너도 그러냐? 아, 네. 안 추워? 네. 감사합니다. 조심해서. Вот это всякие корейские полезности. Даже вообще ума не приложу, что здесь. И рога какие-то, и коренья, сушеная рыба. Даже сушеные головы отдельно есть. Вот тут шашлычки и жарят. И натянут такой полиэтилен, чтобы не холодно было там есть. Это из дерева гинко. Это очень полезно. Из них лекарства еще делают. Это вот китайский финик, по-моему. И еще много чего. Того, чего я не знаю. А это вот каштаны. Каштаны, видите? Каштаны корейцы жарят и парят, и варят, и кашу из них делают. И вообще, куда только их не используют. И вот эти финики тоже везде кладут. Там всякая сушеная рыбка висит наверху, видите? Кальмарчики, рыбка. Так, вот тут косметика всякая. О, сзади. Да, здесь вся косметика такая, с большими скидками. О, шампунь, линзка, 1,000원이다. О, и чуги хаджампу маннэнде? Полька? О! Кэнди йоги брендыга... Та, эго бурынэн брендыга тэндэй. Кэди? Нет, вот айопэй есть. Есть и это. Есть и бренды знакомые. Вита фреш снея. Улитка вы какой-то. Но она все равно, косметика вся корейская, она вся хорошая. Даже если это малоизвестные бренды какие-то, все равно суперская все. Сумины, сум. Ва. Куманун пакян, да? На его саягита. Его куманун мазая? Да. Чушлея? Оля, ормайся. Мулля, пекаджому суписал кое? Да, пекаджому писать.감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 있어? 병원에도 있어?
Короче, сейчас от музыки отойдем, я расскажу. Это косметика в Department Store, там, где ее продают обычно, стоит $150. А здесь 90. Вообще классно оторвали. Просто за место в Department Store там они платят много, поэтому и накручиваются только на косметику. А так это все тоже с того же завода. Так, и вот ворота мы видим. Вау, вау, вау. Южные ворота Пальдальмун. Вот такая вот красотень. Так, кто-то уже батат подъедает. А? Пахнет историей. Прямо таки. Да? Да. Йоги хистори немзена. Йеннальнемзена. О, в KFC теперь продают сенмекчу. Ничего себе, по 2 рубля всего. В этом, в KFC, представляете, пиво стали продавать. Спаивают. Ну, трамвай, а? Но за копейки, да еще и разливное, живое пиво. Прямо слов нет. Ой, какие звездочки. По 3 рубля. Вот такую одну штучку надеваешь дома, и можно вообще полы не топить. Она такая теплая. Вот, смотрите, старый Сувон. Так, нам надо перейти на ту сторону. Это вот такая типичная Корея. Из каждого магазинчика несется своя музыка. Хояни Санчек. А, здесь кошачье кафе есть. Типичные азиатские улочки, да? Только что в Корее очень чисто, а так Азия есть Азия. Жизнь кипит, чем мне нравится Азия. Это тем, что ритмом своим в жизни. Несмотря на то, что это будний день, рабочий день и время такое до полудня, все равно смотрите, сколько народу на улице. Всегда туса. Мы с Софией купили шапочку с кошечкой. Вот зачем ходят на рынок Кореи. Вот это да. Мы только на Гуангук하고 같은 사람이었잖아. 근데 떨어지니까 북한도 우리 사람인데 이렇게 생각하면서 붙게 되니까 너무 좋아. 빨리 통일됐으면 좋겠어. 개고기. 예? 진짜? 어. 멍멍이야? 어. 이거 진짜야. 다리 봐봐. Прошу прощения, но это собака.